Всем привет! Сегодня в нашем обзоре уникальный аксессуар для путешественника и городского туриста. Это не просто рюкзак, а настоящий трансформер, который позволит вам выглядеть актуально практически в любой компании. Внимание! Кохля Wrestler 18. При достаточно скромном объеме с ним можно не только путешествовать от дома до работы, но и отправиться в командировку или непродолжительное путешествие. В качестве материала верха используется материал терпаулин в верхней части и кордура в нижней и боковой, что делает его по-настоящему прочным и износостойким. Оба этих материала обеспечивают достаточную защиту от влаги, так что прогулки под дождем не создадут для вас проблем. Все молнии данной модели влагозащитные, что только добавляет уверенности во время путешествия. А светоотражающие элементы и крепления для велофонаря позволят вам быть более заметными в темное время суток. Что касается плечевых лямок, то они имеют достаточное наполнение пеноматериалом и не создают излишнего давления на плечи даже при полной загрузке рюкзака. И, кстати, про трансформацию. Плечевые лямки можно убрать внутрь, и тогда вы можете пользоваться боковой ручкой, и данная модель становится полноценным портфелем. Что касается внутреннего наполнения, то данная модель обладает обширным основным отсеком, в котором имеется карман для ноутбука с мягкими вставками и система органайзера для крепления мелких предметов. Дополнительно, вы имеете в расположении фронтальный карман и верхний, в который можно укладывать любые небольшие предметы и не бояться их потерять во внутреннем объеме. Если подвести итог, то данный рюкзак является универсальным инструментом для городского жителя, который удобно использовать так, как вам привычнее. Выбирайте сами, с чем вы сегодня выйдете из дома – с рюкзаком или портфелем. Ну и, конечно же, старайтесь чаще выбираться на воздух, выбирайте только качественное снаряжение и, конечно, заходите к нам в гости на Сайкино 4. Пока!